Просторный салон, широкие двери и климат-контроль. На смену старым ульяновским трамваям уже в сентябре придут новые. Предприятие «Ульяновск Электротранс» подписало соглашение с государственной транспортной лизинговой компанией. Согласно документу, в регион поступит 29 новых односекционных трамваев «Львенок». Поставка продлится до конца декабря. В нем будет комфортно и тепло зимой. В нем будет прохладно жарким летом. Это трамвай, который имеет полностью алюминиевый интерьер, что сказывается на долговечности, но прежде всего, конечно, на безопасности и пожарной нагрузке. «Львенок» – трамвай уникальный. Над его созданием трудились на Невском заводе электрического транспорта. Это единственный в мире серийный односекционный вагон, который имеет 100% низкий пол. Салон оснащен USB-розетками для зарядки мобильных устройств и медиакомплексом. Открыть дверь вагона можно одним прикосновением. Для маломобильных людей предусмотрена кнопка вызова водителя и откидная аппарель. Когда он ее нажимает, водитель отображается инвалид. Он выходит, завез, прикрепил коляску, вышел и поехал. Потому что только водитель имеет право завести инвалида сюда. Удобно не только для пассажиров, но и для водителя. В кабине интерактивное управление, работает система видеоконтроля за посадкой или высадкой пассажиров. Чтобы ездить на новых трамваях, для ульяновских водителей проведут серию образовательных семинаров. Планируется, что вагоны выйдут на маршрут номер 22. Во-первых, бросается в глаза 5 экранов. То есть там видно все. Все электрооборудование, если даже какая-то неисправность, ну, проблема какая-то техническая, это все высвечивается, видно. Также дополнительные камеры, то есть вперед, назад, весь салон просматривается. Это гарантирует безопасность пассажиров перевозок. Львятами остался доволен и губернатор. Он поучаствовал в испытаниях, где вагоны проверили на герметичность и проехался на электротранспорте. Глава региона уверен, ульяновцы оценят комфорт и безопасность нового транспорта. У меня чувство просто огромной гордости, что горожане, ульяновцы, которым не так давно было присвоено гордое звание города трудовой доблести, которые вложили огромные усилия в победу над фашистской Германией, вот в год 75-летия получит такой шикарный подарок. Вагоны также снабжены системой автономного хода. Они могут продолжить путь еще 2 километра без электричества. Обновление пассажирского транспорта в Ульяновской области продолжится. Кроме трамваев, в этом году будет закуплено 70 автобусов. Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.